Стальной хват России. Привет. Всем привет. Олежка приезжает теперь уже не в выходные, а в будничные дни. Говорит, Иваныч, так хочу ломать, что, в общем-то, думаю, с работы уволиться. И буду приезжать через день и ломать. Значит, да, что мы сегодня будем пробовать? Пацы мы уже приготовили с щепами. Вот красивый, длинный, 400-й блестящий гвоздь. Ну, вы видите, уже какие-то отметки на нем есть. Это от Романа сверхжесткая партия 400-х гвоздей. Убираю я эту часть, что мы откусили. На него пасы, кстати, наматывали. Вот он острие. Мы его тоже выкидываем. И я показываю, что мы будем ломать. Вот краешек. Все разметки сделаны. Ну, мы считаем 160, но вы видите, что здесь чуть меньше 160. Диаметр покажем. Это, ну, жесточайшая партия гвоздей. Вообще. Угу. Жесточайшие гвозди. Вот Олег приготовил пацы. Модные, очень крепкие, ребят, кирпич. И говорит, Иваныч, надо сотворить чудо. Бывают чудеса. Да, сломать на 160. Помнится, мы на 170 еле надгинали. Ну вот как-то так. Пожелаем Олегу удачи. Четырехсотый гвоздь на 160. Диаметром, диаметром 8,8. Намотка столь жесткая, что в запястьях не гнется. Поэтому вот такой занос тяжелейший. Но это же дает шанс быстро проломить, если хорошо занесется. Вот так вот. Пошел, пошел, не останавливаемся. Кипит металл. Почему не та? Если ты сломал быстро, это значит не та, что ли, или как? Давай, что значит не та? Ну, то же значит. А что ты предлагаешь? Ребят, вот смотрите, у человека выросла сила, да? Но почему-то он думает, что здесь что-то не так. Это 400-ка, присланная Романом, жесткая. Я ее убрал в отдельное место. У меня несколько партий. Вот он считает, что это не та, а я считаю, что та. Все. Всем пока.